Всем привет! Прошло более 10 лет с момента выпуска нашей компании первого реечного электропривода – привод PR1. Сейчас мы выпускаем целое семейство реечных приводов, которые различаются набором функций и характеристик. Линейка приводов Крока, линейка приводов Сезам. Но время течет быстрой рекой, и сегодня мы рады представить вам нашу новинку – вершину эволюции реечных электроприводов – привод нового поколения Кайман. Кайман вобрал в себя все лучшее, что есть в предшественниках, и получил новые уникальные функции и качества. Привод представляет собой моноблок, выполненный в эстетике современного технического дизайна с использованием высококачественных материалов. Обратите внимание, в базовой комплектации привода уже имеется встроенный светодиодный фонарь, который освещает зону посадки и высадки пассажиров. Одно из важнейших качеств всех приводов производства компании Adore – это надежность. Привод Кайман не только сохранил эти качества, но и получил новые, уникальные черты. В приводе используется металлическая шестерня с практически неограниченным ресурсом. Внутри находится сильный, рассчитанный на сотни тысяч рабочих циклов мотор с существенным запасом мощности, что позволяет продлить срок службы привода. В приводе отсутствуют быстро изнашиваемые детали, а также привод не требует проведения технического обслуживания. Это подтвердили и длительные успешные испытания на маршрутных микроавтобусах, работающих в интенсивном режиме. В следующем видео мы покажем привод Кайман, установленным уже на автомобиле. Следите за новостями, оставайтесь с нами. Всем пока!